Всем привет, это то самое видео, по которому вы щелкнули. Ну что, ребята, пришло время решать, какие игры оказались лучшими в этом году. Оскар от мира видеоигр, церемония The Game Awards, начнется 7 декабря в 4:30 утра по Москве. Но проголосовать можно уже сейчас. Полный список героев и рубрик, а также ссылка на официальный сайт с голосовалкой ждет вас в описании. Обозначу пока лишь самых-самых. Лидерами по количеству потенциальных наград ожидаемо стали God of War и Red Dead Redemption 2, по 8 номинаций у каждой. Хвостом за ними пикирует Spider-Man с 7 номинациями. А далее уже Assassin's Creed Odyssey и Celeste с 4, а также Monster Hunter World с 3. Нетрудно догадаться, что и на звание лучшей игры 2018-го претендует именно эта шестерка видеоигр. Обладатели консоли от Sony в этом году уже однозначно получили достаточно увесистую порцию эксклюзивного качественного контента, но им все мало. В следующем месяце они смогут и помериться лутом в королевской битве PlayerUnknown's Battlegrounds. Авторы PUBG наконец-то официально анонсировали версию для PlayStation 4. Выйдет она 7 декабря. Стандартное издание обойдется русским геймерам в 1800 рублей. Навороченные — в 2900 или 3500. Они предоставляют пропуск на новую зимнюю карту Викенди и разное количество внутриигровой и донатной валюты. Плюс в подарок за предзаказ пользователи плойки получат бонусы, среди которых нашлось место рюкзаку Элли из The Last of Us и облику Нейтана Дрейка из Uncharted. Ну и коли повествование опять убежало в консольном направлении. Студия Insomniac Games обозначила дату выхода следующего DLC для Человека-паука. Дополнение Turf Wars, главным антагонистом которого оказался Кувалда, он же Hammerhead, станет доступно 20 ноября. Этот морщинистый дядька решил озеленить пожелтевшую траву и вернуть славные времена, когда в Нью-Йорке процветал бандитизм. Питера Паркера и его боевую подругу в погонах по имени Юрасик такой расклад, само собой, не устраивает. Аддон включает новые сюжетные миссии, вражеские базы, преступления, испытания, призы и 3 костюма. Компания Nintendo в июле этого года обратила пристальное внимание на сайты LoveRetro и LoveROMs.com, где распространялись пиратские копии классического раритета и софт для его запуска. Восторга от деятельности данных порталов японский издатель не испытал и начал судебный процесс с целью прикрыть лавочку. Спустя несколько месяцев суд штата Аризона постановил, что действия семьи Матиасов, заправляющей сайтами, нанесли Nintendo невосполнимый ущерб. Но хоть попытаться его восполнить ответчикам придется. Попытка обойдется им в 12 миллионов 230 тысяч долларов. Джейкоб и Кристиан Матиас свою вину признали и согласились передать японцам эту сумму, а заодно и все эмуляторы и копии игр пострадавшей компании. Постановление суда еще не подписано, но все стороны согласны с вердиктом, так что это лишь вопрос времени. Вероятнее всего. Некоторые из вас уже наверняка прикинули, что сумма в 12 лямов вечно американских может оказаться неподъемной для парочки держателей сайта с далеко не самой популярной тематикой. Но вполне возможно, что фактическая сумма, с которой Матиасы распрощаются, далеко не такая огромная. В 2013 году, например, Американская ассоциация кинокомпаний отсудила у хостинга Hotfile 80 миллионов долларов. Однако позже выяснилось, что Hotfile передал истцу лишь 4 миллиона. Именно такая договоренность между сторонами конфликта была изначально. То есть не факт, но может быть, и в этот раз Nintendo просто решила устроить пиратам публичную порку, при которой нотариально заверенная сумма компенсации значительно выше, чем неформально оговоренная. Просто чтобы другим неповадно было. Следующая новость вообще посвящена хоррору Five Nights at Freddy's, но его видеоряд не очень сочетается с утренним приемом пищи, а многие нас смотрят за завтраком. Так что на фон я воткну Бонга Кэта, исполняющего мегалованию. Потому что, блин, могу. Автор Five Nights at Freddy's, Скотт Коутон, плодящий ФНАФы как кроликов, планирует крупную сделку, в результате которой серия увеличится на еще одну игру. Но в этот раз AAA уровня с огромным бюджетом. Пока что вся эта затея существует на этапе планирования, но Коутон тесно сотрудничает со студией, которая должна в итоге заняться разработкой. Фанаты игры наверняка рады. Если кто не в курсе, то в данный момент в производстве находится еще и FNAF для VR, готово на 40%, для дополненной реальности на 10%, порты для iOS и Android на 20%, новая серия книг, те же 20%, и бесплатная FNAF Into Madness, но она еще в зачаточном состоянии.
Производством разных продуктов по франшизе занимаются разные компании. Коутон не самолично разрывается между ними. Но он переписывает сценарий экранизации. Первый вариант понравился продюсеру Джейсону Блуму и режиссеру Крису Коламбусу, но автор Five Nights at Freddy's решил, что сможет написать что-то еще покруче. Ставь лайк, если прослушал все, что я говорил в этом разделе. История циклична, и Тетрис снова в моде. Для тех, кто в танке. В конце той недели на плойке вышел Tetris Effect. Красивый Tetris с музлом, визуалом, поддержкой шлема виртуальной реальности и средней оценкой прессы 89 баллов на Метакритике. Так вот, одной из фич игры являются еженедельные челленджи для комьюнити. При достижении геймерами определенной цели им открывается доступ ко всяким ништякам. На первой неделе таким ништяком стал закос под классический Tetris 1989 года для Game Boy. Монохромные зеленые тона, ностальгический бэкграунд и саундтрек. Как пишет Еврогеймер, олдовый Тетрис исчез у некоторых игроков после выходных, но он разблокируется навсегда по достижении 50 уровня. Да, тут есть прокачка. И нет, я понятия не имею, зачем. Не играл. Жду версию на ПК. Кстати, не факт, что она появится. Разработчики на эту тему никаких анонсов не делали. Но Sony, в конце концов, не является издателем, так что исключать возможность появления портов на другие платформы не стоит. В любом случае, у нас на сайте уже есть обзор игры. Он окажется полезен тем, кто недоумевает, что в простом, казалось бы, Тетрисе может быть такого особенного. Ссылка в описании. До встречи на StopGame.ru. Покедова.